На всех аренах планеты и теплее остальных зрители на трибунах принимают и приветствуют собственных спортсменов. Именно Краснодарский край, где и находится один из самых известных российских курортов, город Сочи, представляет Софья Чаплыгина, выступающая сейчас на домашнем для себя льду. Билли Айлиш, не время умирать, естественно, время кататься. Кататься здорово, красиво и чисто. Молодец.
Ну вот когда хорошо, действительно хорошо. Одна, конечно, ошибка была в произвольной программе. И мы так проанализировали с Александром Гришиным, что мимо каскада, по-моему, оказалась эта спортсменка. Посмотрим замедленные повторы. Но просто хочется сейчас даже, возможно, в виде какой-то плюшевой игрушки выброситься на лед и оказаться в объятиях этой прекрасной спортсменки, прекрасной девушки. Здорово, здорово, молодец. Даже сейчас Витя потерялась немножко в пространстве. Подумала, что территория Кисын-Края в другой половине катка находится, но уже сориентировалась. Ну, браво, да, действительно здорово. Хорошая очень произвольная программа. Мы видели борьбу. Подбадривает также Софью и тренер Владимир Лехин. Здорово, ну здорово. Слушайте, ну такие неподдельные, прости, просто неподдельные эмоции. И завоевала, конечно, любовь зрителей, завоевала нашу симпатию и поддержку. Но мы не должны забывать, что эти девушки, несмотря на то, что являются очень серьезными спортсменками, которые показывают фантастический уровень катания, недостижимый многими их сверстницами за пределами России, по факту являются еще совсем юными созданиями, у которых, конечно, и нервная система может не выдержать. Но представляете, у вас такая сумасшедшая концентрация на протяжении 2 дней соревнований. Ты готовишься, чтобы выплеснуть, причем выплеснуть 2 дня подряд все эмоции, все силы, всю свою подготовку, которую ты конкретно к этому старту, возможно, и вел. И вот сейчас, когда получилось, ну, практически все, за исключением вот этого коварного тройного Луца, и потом не получилось у Софьи перестроиться и добавить еще прыжки к 2 заключительным прыжковым элементам. И да, по-моему, осталась она без каскада. Тем не менее, в конце концов, эти слезы врываются наружу, и хочется верить, что эти эмоции все-таки в большей части положительные. Не сказать, чтобы это прям слезы счастья, но слезы удовлетворения от того, что получилось показать на домашнем для нее льду и перед публикой, которая ее хорошо знает, любит и поддерживает. Абсолютно лучший пока результат в произвольной программе показывает Софья Чеклыгина. Она лидирует в соревнованиях бархатный сезон на втором этапе Гран-при России.